У Дебенхамса елочка стоит совсем одна, а мы с командой снайперов бежали не туда. Не думал, не гадал, никто из нас не знал, что у Дебенхамса этого подарочек нас ждал. Ну вот приходит снова волшебный Новый год, и Капикадзе дарит всем бонусов чуток. И мы стишок читаем, у елочки стоя, хотим минут 15, чтоб было все не зря. Другим командам тоже желаем получить, ведь Новый год стучится, всем в радость победить. Ура!